Так, всем привет, обратный полет. Есть контроль практически везде. Не знаю, будет ли по вылету и по прилету. Попытаемся сделать так. Так. Error fixing. Так. Да бывает, у меня тоже полетал дым. Ну, конечно, тебе надо найти проблему, потому что это херня, когда сим вылетает, и не знаешь, по какой проблеме, по какой причине. Так, чему там ожидаем? Ожидаем ветбитл. Сейчас редактирую пайплан. Да, если раньше не вылетал, значит какая-то проблема у тебя. Ее, конечно, желательно было локализовать. Так, что у нас там по местному оттису? По местному оттису information auto 18.20 стулу 60.04. Кого где-то на 0.04 температура 10.26 осик. Arrival 34, Departure 32. И 34 тоже. Transition Level 7.0, Transition Altitude 7000. Блядь, у них нету этого. Transition Layer получается. Кого-то экзаминируют. Information Noto on initial contact. Ладно. Так, давайте делаем Operate Jetways. Пожалуй, начнем включать самолет. Yes, sir. Connect the GPU, please. Yes, sir. Connect the low pressure stand by. Stand by. Смотрите, как новый свет охрененно сделан, да. Я еще его даже не включил, но уже GPU видно. Так. Also, Zero Two Juliet Papa, turn right, heading 110, descend to 5,000 feet, clear ILS approach, runway 14. О, какая круть, а. Я просто охреневаю. Классно сделали. Ладно, давайте быстренько пробежимся по тем органам управления, начнем. Процедуру. Swiss 50 Delta, contact Swiss Radar 128.050. Contacting Swiss Radar. Кстати, я сразу у меня радио включилось.
Конечно, масло. Hospital 1275, hold at Amiki, descend to flight level 18-1. Кого это я слушаю? Hold at Amiki, 90. Так, проверочка сразу по TeamSpeak. Ухер. Что за дела? Радио выбрано. Мы сюда коннектим. Slightly. Это и прочь. Блин, почему ж не коннектится на 118 и 100? Ну что за дела, а? Блять, постоянно какая-то шляпа с этим. This user is already logged in on the server. 18.05, хорошо, 128.50, давайте попробуем. Точнее 0.50. Нормуль. Я могу везде приконнектиться, кроме тауэра. О! И теперь на тауэр попал. Зашибись. Зашибись. О, наконец-то сделали подсветку этой, блин. MCP. Не, ну вообще жирно с этим стало, с ПБРом. Они круто сделали. Сейчас я еще флут включу на центральной панели и будет вообще песня, да? Одуренно. И ФП, кстати, так не падает, как падал. Swiss Tower. Good afternoon. Как падал при этом, при Real Lights. Так, ладно, поехали. Yes, Swiss Tower, good evening. Swiss 734 at the stand yes. A40. Да. Еще забыл перед тем, как ехать. Давайте начнем погрузку пассажиров. PA and emergency light test. And we're expediting. Emergency. Почему-то переключился на approach. Странно ведет себя аудиопанель. Стартбординг. Так, Индия, проверяем сразу. Мы здесь, да. И в принципе стартборде нажимаем здесь. И теперь точно можем посвятить себя процедуре. Так. Здесь все норм, чек. Cockpit voice recorder. Тестит. Так. Swiss Tower, good afternoon. Так, я сделал себя погромче, как меня нормально слышно. Alpha 9, with information Delta. India, sorry, request clearance to Amsterdam. Amsterdam. Swiss 734, here again. There's an emergency in progress on runway 14. I can't keep your bike. 3475. Please let us know if we may assist you.
Covering bus list 3-4. 7-5. Black второй сегодня. 17%. 17% и take away 63-480, 63-5. Нам полагать insorted. Закрыто. Flight recorder off. Так, думаю, на этом да, программирование завершено. Так. Ну. Flight slow. Headwind. Hold up. Headwind. Terrain. Here. Headwind, shear. Tailwind, shear. Tailwind, shear. Tailwind, shear. Stall. 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 Over speed. Over speed. Tower, hello, taxi 02 Juliet, Papa Mayday, taking runway 14. Так, здесь чума. Papa, hello, did you... you can extend up to own discretion and gave off some different services, are on Delta. Requesting, Doc Alpha, Hotel Alpha 47, if ever, about it. Check it out. Так, все работает нормуль. Alpha 05 would be okay to you. Check it. Stand out Alpha 05. Так, здесь все. Area is already taken, so continue via Juliet, cross straight at Juliet, then here and then Alpha 05. Crossing runway 28 on the other side, Juliet inner, stand Alpha 05. That's it, Juliet. Fire left engine. Station 3-4, the emergency is terminated. Are you ready to take the clearance? Fire, right engine. Ready to be clearance, switch to 7-3-4. Station 7-3-4, thanks for the patience. Cleared to Amsterdam by Degas 4, Lima departure of runway 3-2, scope 1000, and Falcon 5000 feet. Read again, Swiss 3-4. Yeah, Swiss 3-4. Watch the biggest four Lima. When we 3-2. Да, ночью офигенно видно, что тогда кабина ПБР. Clear to Amsterdam. With the 4 Lima departure, runway 32, and squawk code 1000, initial climb is 5000, Swiss 7-3-4.
Блин, что делаю? Я ж водил корут. Так, пристраивай, да, на департ уже мы смотрели. Departure 32, да. Кстати, насчет 32. У меня 34 он рассчитывает. Значит, у нас будет по-любому не ребит тревога уже. Ладно, тогда смотрим. Тридцатая. Мы здесь под Джулиет, скорее всего, порулим. Потом Браво и Кило. Либо на Кило нам дадут сразу. И на Отел 3. И 300-315. Хорошо. И давайте под нее посмотрим выходы. Вибит. Вибит 3 оттел для 34-й, вибит 3 новембр. Значит, ожидаем вибит 3 новембр. Так, ручечка. Фраг 9, серия 3475 и November. А так, и на заход 34-ю рассчитываем. Точнее, в случае возврата 110-75-333-9200 при уходе на второй. 145-700, затем 4500. И выстав ухода на второй над точкой Гиполь. Это у нас будет Тирдороп N3 7000. Минимум мы 200 и 1600. Есть, так, минимум у нас установлено. Дальше продолжаем проверку. Так, радар. А, есть. Так, проверяем. Long trim. Штурвальные колонки. Main long trim. Alternative long trim. Работает. Так, количество масла 14 есть минимальное. Количество гидравлической жидкости есть. Проверяем Radar Control Manual. Check. Все, в принципе, можем вырубать. Здесь.
3 Tower, good evening, North Shore 127. Take off warning. Check. Outflow of manual control. Check. Flap stopped. Check. Brake temperature check. T-cast system test okay. Test okay. И pneumatic crossfit valves open. Все, в принципе, процедуру сделали. Теперь продолжаем процедуру командира Departure. 32-ю рассчитываем. Вебит 3 November. Departure. Будем мы ходить через точку Терса. Терса 2 Сулу для 32 левой. 32 левая хорошая полоса. АЛС Сулу 32 левая. Терса 2 Сулу. Терса 2 Сулу есть. И это, если я не ошибаюсь, Тобик. Азбин это для 32 правой. Если я не ошибаюсь, сейчас надо проглянуть быстро. 32 левая. Да, Тобик F. Есть, execute, давайте проклацаем. Roger, 73. Бит, ротас, подеп, умес, подар, нинтум, мебак, пепси, или что там было, да, пепси. Китва, Лерга, Могди, Минсо, Ромак, Насеп, Нарак, Альфа Гольф Новембер, Ивли, Чомбо, Элсап, Сула Альфа Ромео, Виоар, Онке, Терса и уход. А нет, 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 это еще подход, извиняюсь. ВТБ 44, ВТБ 34, Азбин. Блин, а чё у меня 32-ю? Нет, нет, отсюда дал 32-ю правую, неправильно. Неправильно, хорошо проклацали. Мне, конечно, могут дать 32-ю левую, но, скорее всего, дадут 32-ю правую. 32-ю правую Сулу. И тогда Азбин у нас будет. Вот. Теперь Лекс. Что-то я Терсу не найду, блин. Next. Так, подожди. А, я ж прокладываю через Next, блин. Я торможу. Терса. Угу.
Так, Табек у нас идет нафиг, потому что у нас через Азбин должно быть. Что такое? Транзишн через Азбин. Парюсь. Азбин. Swiss 734 is ready for pushback and startup. Все. Swiss 734 push and startup. Вот теперь да. Push and startup period facing east. Swiss 734. 1275 cross on a 28 at Echo on your side. Теперь два. Полоса 32 правая и уход на второе. То Golf Echo NDB. Все, наконец-то. Так. РТЕ. Перформанс. По топливу у нас 9,9. Scheduled normal. Про fuel weight. 3,8. Резерв. 1,4. Винт 0,006. Минус 3. Тейков. Давайте посчитаем флекс. Флекс калькулятор. Argentina Wanderers 7-9, good evening sir, 85. Watch, snuts. 15, wind, у нас... Argentina Wanderers 7-9, radio 2x3, now, just check your mark when I come back shortly. 60 на 3. This is 2-6, Lima Charlie, line up on 8-2-8. 0-6. 50 на 3. Давление 10,26. Странно, здесь нет превышения полосы. А мы все-таки находимся на 1400 футов, бля. А. Можно, конечно, посчитать, какое давление у нас, точнее, у Ифи сейчас посмотрим, да и все. Ифи посмотрим. Имеют в виду там Ифи 100%. Да, а QFI 977, пожалуйста. 977. 50. 63,5. Длина полосы 3300. Runway direction. 315. 315. Так, калькулять 41, нет, рассчитал нам. И это не может не радовать. 41 есть. Ну да, все-таки МД-88 у меня движки помощнее. Так, поехали. 1420 10 26. Так, 315. Триста пятнадцать.
VB, ты не шел, тут есть 5000, да. Нишел 5000. Заходите, если что, будем на 34-ю. 333, 110, 75. В принципе, все, можем запрашиваться. Давайте тогда уберем трап. Цюрих Тауэр, good night, Iberia 3475, stand alpha for 9A. Request for departure, clearance destination Madrid. Yeah, 3475, good evening, sir. You cleared for Madrid, very, very trim. Correction, give a bit 3 November, departure to runway 32, spoke 3035, initial ground 5000 feet. Clear destination, VBIT via VBIT 3 November from runway 32, spoke 3035, initial climb 5000, Iberia 3475. Yeah, 3475, that's correct. Control 178, continue via Echo, and I'll shorten it to 8, super delay. Echo, hold short to 8, control 178, and please give us a easy gate, because the battery install my SNOE. Поехали. Probably 178, could be a gate that you want to squash if you want. 5. Yeah, if it's okay, we will take one echo gate on the, I think, Delta taxiway. I have a plan to echo link 5 Delta and gate of choice. Echo link 5 Delta, gate of choice, control 178, thank you for your help. Argentina 1079, cross on right at Kilo, on the other side continues to trade via Kilo to the control 3132. If you call runway 28 via Kilo, after crossing continue on Kilo, also runway 32, Argentina 1079. Request start up and push Alpha 49, Iberia 3475. Libra 3475, the cushion starts proof facing east. Cushion started proof facing east, Iberia 3475, thank you very much. Так, есть и proof, поехали. Стартуем. 3734, taxi via before engine start procedure. Read again, switch 734. 734, good back, Argentina 1079, are you ready for departure? Ready for departure, Argentina 1079, window 60 is at 3982. Так, мы смотрим, значит, налево. Нос налево, тейл направо. 34, it's via inner, Kilo, and all shots on 828 at Kilo. APU checked. Established. Check disconnect all. Yes, inner aged in Kilo and hold short of Kilo. Так, поехали. Do something for it, Craig. Thank you. Before start engine, parking brakes as required, pneumatic pressures.
pressure. No pressure and ignition. Both left right tank fuel pump and central on. Anti-collision lights on. AP Norman, Econ switch Norman, normal air condition supply switch off, pneumatic crossfit levers open, thrust levers idle before start checklist completed. Поехали, releasing parking brakes. Пока давления нет, но оно сейчас появится. Единственное, что надо включить отбор. Есть. Старт engine number 2. Поехали. Pressure. Cross runway 2 by kilo and then go to runway no kilo one. And over to hotel 3. From a start. Swiss 734. Deal on. Stabilizing. Stabilized. Chrono off. Starting engine number 1. Oil pressure. N2. N1. Fuel on. Fuel flow. EGT. 374 line up 23 runway. Landing on runway 32 with stabilizing. 734. Chrono off. Chrono on. Taxi. Pressure checked. Set parking brakes. Parking brakes set. Так, поехали. After engine start check, ignition selector off. Pitot static on. Airfoil engine anti-ice switch off. Air conditioning supply switch auto. Door. Doors annunciator, all doors closed, hydraulic, set and check, 3000 PSI, after start checklist completed. Поехали, давайте проверим. Flight controls. 734, expect entry in about 2 minutes. Unlocking gear. Flight controls. Tow truck disconnected, bypass been removed. Flight control check completed. Все, в принципе, можем реквестить такси. Ожидаем мы сейчас на Инере, как я понимаю, да. На Иннере нам дадут по Иннер, могут дать кило, ну да, Иннер кило, от All 3, все. Request. 734, squawk, Charlie, please, the wind, 240, with a 2-9-3-2, clear takeoff. Swiss, clear takeoff, on runway 32, Swiss 734. And for Charlie. Request taxi, Iberia 3475. Iberia 3475, taxi via Inner, Kilo, or Charleston, is that Kilo?
Таксивая inner kilo hold short kilo. Iberia 3475. Поехали. Taxi check. APU, air switch off, RD, earpiece set, VBUG set, no change verified, flight instrument guidance control panel set and checked, FMS pre-flight completed, flight controls check completed, flap slots 15 degrees takeoff, auto brake, armed, it breaks armed. Так, сейчас, секундочку. Это Джули, это следующая Кива. Да, я еду прямо. Именно, точнее. Speed brakes lever armed. Ailerons rudder start trim zero position. Takeoff briefing performed. Cabin report obtained. Taxi checklist completed. System 34 contact, seek approach 180 miles, 005, you have an airfire for the system. Contacting Cyric approach on 118.005, thank you very much, and ciao. A tower. After 205 fire rates, copy. Roger 2055, you're clear to fan forward by Zurich East. 1 mile departure out of 932, scope 1000. Hello, taxi 26 in HRD, establish ALS number 34. Taxi 26, Charlie, winter further with a 2 knot on 834, Glen. Clear to land, runway 34, taxi 26, Yamashari. 3475, stand by, 3475, cross runway 28 at Kido on the other side, cancel straight by a Kido to Rimpons Hotel, 3832. Can I confirm that we are cleared to cross runway by a Kido, in Iberia 3475? Yeah, you are cleared to cross. Prohibited to say clear that crossing is at Kido, then Kido to Hotel 3932. I copy that crossing 28 and continue to Hotel 3 runway 32, Iberia 3475, thank you. Thank you, sir. Actually, 2055, sorry for that. Listening for the week back. Eragiri 2055, Zulu. Judith, 1 mic for departure, Lunley on service 32 and scope 1000. 2055, your back is correct, report ready for pushback and setup. RAT for pushback, sir. I'd like 2055, push and start group facing east. Так, я понимаю, Tool 3 это прямо, да. Can we push and start facing east 2055? Maybe at 3475 when you are ready for departure, just the bike. Affirm we are ready to departure, Iberia 3475. So taking the gaze, the wind 240 is at 2-9-2-9-3-2, you are clear, take off. Clear for takeoff, runway 32, Iberia 347. Так, поехали, line-up check. Так. Before takeoff. Takeoff data confirmed. Brake temperature. Brake temperature checked. Engine ignition selector alpha set. Non-seater panel checked. ECAS. On
Тара. Тараш. Да, Тара. Есть Тара. Роба. 8 минут, хронограф. Нафиг. Поехали. I'm ready. Before takeoff checklist completed. Сейчас делаем announcement, блин. Ladies and gentlemen, we're number one for takeoff. Flight attendants, please be seated. Поехали. Sub 66 Slim Charlie, you won't last traffic for the exam, where is okay. The take off trust set. He's alive. Slam. Take off trust. No. See you, thank you, Julien. Such a long. Иван, ротейт. V2. Позитив рейд. Но позитив рейд герап. Thank you very much for the service, Siberia 3475, adios. Мы уже 3000, значит можем включать VNAV, Line Power Set, 128.50 и автопайлот. Пока врублю. Ушел, видать. 28. Ушел и прочь, видать. Так, поехали, спидчек. Клапс ретрактед. Swiss Radar, good night, Siberia 3475, performance VB 3 November, 3800 climbing to 5000. ABA 3475, Swiss Radar, identify climb flight level 250 and proceed direct Ulmer. Climbing 250, say again, direct. Чек слот ретрактор. Вариант 3 виски Ромео, тем лайтеринг 250 по бейс. Лайтеринг 250, да бля. Climbing to flight level 250, say again, direct, Берия 3475. Iberia 3475, direct Ulmes. Direct Ulmes, Iberia 3475. Так, тем временем у нас транзишн подступает. Давай, 10-13 сет и after takeoff checklist, break temperature check, landing gear up, no lights, RTO auto break off, flap retracted, no lights, break lever disarm, engine ignition selector off, center fuel tank pumps on,
We have fuel and center fuel tank, hydraulic pumps, low, low, off, off. Okay, attention 1079, after Mokov, you have to stand pressure drop to 1.5, check to altimeter 1.01, please set after takeoff checklist completed. И можем отстегнуть пассажира. Так, тоже 25 крен. И хедю крутим. Вот так вот. Все, можно немножко расслабиться, бля. Так, конечно, трудно в одно рыло летать. 118.1. Да, блин, не тормозит ни хера ночью кабина. Сколько FPS-ов? Ну, не знаю, сколько на земле было, наверное, где-то порядка 25. Ну, блин, это круто, то, что они поставили ПБР. Они динамическое вот это вот освещение, блин, которое там было, Real Light. Это была вообще такая жопа, блин. Так, что у нас там по давлению? Температура топлива нормальная, 21, давление масла 50. Мы прошли 10 тысяч, надо было бы глянуть. Ну, у нас именно вот эти порядка 1200, вообще песня. И TSD temperature check. Блять, завели движки и не проверили генераторы. Так, я его погромче сделаю, потому что мне, блядь, мешает этот как, симулятор. Хотя бы вот так вот, блядь. Yeah, Jerry 2055, see you now at 7,000 feet. Initial climb clearance, you were told by tower, is 5,000 feet. Jerry 2055, you were cleared to 5,000 feet, not higher, but anyway. Can't I tell you to close it? And 6-9 Mike, you are identified making a 3-4-0 and proceed direct to Hochwald. Смотри, как луна блестит на крыле. Direct, how about the mm-hmm. Ну круто, не? The continuation is under at 5,000 feet. Negative climb flight level 240. I was just telling you that the initial climb clearance was 5,000 feet, but you went straight through that. There is a reason for that. Так, что у нас там по контролю? Okay, I'll try 2055, I will do this by text. Так, ну, половина Швейцарии ушло, к сожалению. Мадрид тоже свалил. Но мы еще заденем немножко Франции, если он посидит. Сейчас он присидит. Обычно вот эти французы долго сидят. И приходят. Еще Марсель тоже сидит часто. Море все перекрывает. Марсель юг. Короче, шел, но все-таки отправление было под контролем. Это не может не радовать.
We are 3475 switch to Unicom 122, the simulator. Right. We are 3475 Unicom 1228. Right. Okay, switch 734 Unicom 1228. Bye. Oh, switching to Unicom Swiss 734. Thank you much for your service. Cheers. I'll see you again. Cheers. Identify 1079 or Unicom 122 decimal 8. Bye. Unicom 122 decimal 8. Ah, since you're 1079, now your voice is perfect again. I don't know what happened. But I was hearing you like Darth Vader. Look, I'm 6 9, Mike, I'm disconnecting. Switch to Unicom 122 decimal 8. Bye. Он все прощается со всеми. Unicom 122 decimal 8. Mike. Ну, то есть, понятно, у них северная конфигурация, ветер все равно там 3 узла в хвост, но у них предпочтительная северная конфигурация в Мадриде 10-15. Чё он со мной не попрощался, так, Control Q. Там проверяем 0, выключаем насос. Вот тут выключим. Так, он что, свалил уже? Да, он свалил. Ну что, мне вроде как он ничего не писал. И не говорил, насколько я... 3475. Он вот там звал, который заканчивается на 5, но это был не я. Будто другой, ладно. Переключаемся на 122.8. Летим, надеюсь, что ближе к ночи придет контроль в Мадрид, хотя это вряд ли. В Барселону еще могли нагрянуть, а в Мадрид там странные парни нередко там сидят. Хотя могут, тоже спорят.
Так, а чем он 25-летний? Поехали на 30-м. А если дом лайт включить, так плохо можно выключать. Ну круто, чё. Борт летит. Нормуль. Ну, на 2100 выше меня. Даже не, еще 24 мили, а там уже и Франция. Так, ладно, юхов контрол, выйду правильно. Можно включить пока этого. Планчик. Планчик coming. Seat belts. Auto. Планчик completed. You have control. My controls. Так отлично, что его можно подключать прямо во время полета. Просто великолепно. Ladies and gentlemen, in a few moments we will begin our in-flight entertainment today. We will be showing one movie and then the movie will be followed by a snack. And then we will also be showing some short clips and short news items. We have a request for the people sitting in the window seats.
Please close your window shades. This is to assist all passengers to be able to view the movie much better. During the movie, all lights will be dimmed. Please use caution when getting up and using the restroom or walking the aisles. And please, if you are sitting in an aisle seat, keep all items clear of the aisle for other people and also for our flight attendants. Thank you for your cooperation. Надо еще разобраться. Так, поехали. Cruise Power Set. Normal.
QSH экипажем летит. С Александром. Так, где я? А вот он я. Леон. I have control. Your controls. Чё?
Так, ладно. Are you ready for the approach brief? Are you ready for the approach brief? Are you ready for the approach brief? Блин, что-то меня не понимает мой Джонни. Are you ready for the approach brief? I'm ready. Молодец. Поехали тогда. Сделаем approach brief. Мадрид. Значит, ожидаем через Терсу. Это, как мы уже говорили, будет, по-моему, Терс 2 Сулу, да. Arrival. Какой же мы ожидаем? Да. Терса 2 Сулу, Arrival. We'll expect Терса 2 Сулу Arrival today. Obviously, it will be started with Терса. Это делаем. Носку Терса. After passing Терса, we'll turn to the right track to 79. Restriction 10,000 to above up to point 27 miles, 0.8 from Rabludillo VOR, 113.95. When we will reach this point, we will perform turn to the left to point delta distance to 29.5 nautical miles from Papa Delta Tango VOR, Perales. 116.95. After passing this point, we will turn to the left on track 209. Restriction flat level correction 10,000 feet. Up to point distance 43.5 Victor Tango Bravo VR. ПТБ. Нет, это не он. Его, ага, его здесь нет на карте. Хорошо. After this point we can descend 6000 feet. The next point distance 34.2 nautical miles from Victor Tango Bravo VOR. After this point we will turn to the right to point Asbin. Will be our EAF. That
is on radial 090 and at distance 7.9 nautical miles from VOR Perales 116.95. We'll proceed this radial up to intercept the final approach course. Restrictions. We have not any restriction here. Speed restriction. Corrections. Yes, we have Terza to Sulu. After Terza, at Terza we can be at flight level 200 or below, and distance 33.2 Romeo Bravo Oscar VOR, restriction 250 knots, NOSCO 220 knots, maximum flight level 140, and ASBIN maximum 220 knots, maximum flight level 140. After has been after has been initial approach fix, we'll proceed direct to VOR Perales for them to intercept final approach course 323 degrees of localizer Mike Alpha Alpha 109.9 megahertz. Minimum sector altitude for approach 5000, for missed approach procedure 4300. Missed approach procedure, climb on runway heading to distance 2.9 nautical miles Bravo Romeo Alpha VOR or 19 nautical miles Papa Delta Tango VOR or 10.5 nautical miles Charlie November Romeo at or above 2500. Turn left maximum 185 knots on 287 to distance 5.7 nautical miles Bravo Romeo Alpha VOR or 3.9 nautical miles Sierra Sierra Yankee at or above 3000. Turn left maximum 185 to intercept radial 257 Sierra Sierra Yankee plus 40.5 nautical miles Sierra Sierra Yankee at or above 4400. Then turn left maximum 2200 onto 169 degrees Golf Echo NDB to join holding at 5000. Do not climb above 5000. Glide slope it will be 3 degrees as usual. Minimums 2203 feet at barometric altimeter or 2700 radial weight. Taxi. After vacate the runway, kilo 5, kilo 4, or kilo 3, we'll take taxiway, we'll expect taxiway alpha, alpha up to hotel, then we will turn to the right to the hotel, delta, delta India, to terminal 4. We'll use today 40 degrees flaps to land. Runway conditions is dry. Our speeds will be
So landing weight, we'll expect something about 58 tons or 58,000 kilograms. So speed will be on approach speed 134 knots. It checked, we'll use auto brake in medium position and that's all. Any questions? Captain, we'll be doing an auto land today. Okay. So. Так, давайте посмотрим, где мы там. А, ушел контроль, поэтому, в принципе, пофиг, где мы там, где мы есть. И, как я понял, сообщений ни от кого не было, да, поэтому летим дальше на Юникоме. Джента Багер стоит в команде. Кёрки стоит. Карт месседж. Вот да, если по ней завернуть, то на 20 направо. Рамак. Рамак, остаток 6,5. Да, у нас мы пока идем точно по расписанию. Несмотря на то, что еще и... Несмотря на то, что у нас еще есть прямиля. Красный. Два красных.
Да
Контрольное весеннее выход.
чем вообще? Не понял. Что за время такое, блин? Он что, local time сделал, блин? Да не, не может быть. Ладно, не важно. Остаток на чем был 5.2. А, еще Тивли есть. Тивли 5.4. Успех 850. Смотрите, какой тут рой летит, блин. Маломоторная авиация, блин. Прикалываются парни, блин. Подлетаем к Испании. Следующий пор по пути это у Альфа Ромео, скорее всего, Сарагоса, что ли? Сарагоса, да, 113.0. Какие облака стоят. Странно, что на радаре засвета нет.
ночью ни черта не отражает. Так, прочекаем температуру СВД. Нагрузка нормальная. Генераторы в норме. Давление масла нормальное, температура топлива нормальная. Давление гидравлики 1500 PSI. Чек. И кивли. Остаток 5,4. Ну, еще не то, что мы подлетаем. Кивли. 40 миль еще, поэтому 150 килограмм в принципе легко можем сожрать. У нас тут получается по 280 практически килограмм в час уходит. Над Киевлем мы будем 21.00, другими словами, через 5 минут. Я могу 5 минут, конечно, не сожрем мы 150 килограмм, не должны, по крайней мере. Так, чё, контроль сегодня будет или нет? Контроля, к сожалению, не будет, я понимаю. Ну ладно, хоть из Цюриха вылетели с контролем, и то хорошо. Надо где-то в 6 вечера начинать, чтобы попасть на полный контроль. Но я сегодня не мог. У меня там были дела. Так, что у нас там с температурой? Смотрите, куда она поползла. Вообще, что он ЭПР увеличил, блин? Еще ветер поменялся, что ли, еще что было резко. Так, ладно, Джонни. You have control. My controls. Сейчас, парни, подойду.
I have control. I have control. Your controls. Так, продолжаем. Что там у нас? Сарагоса словилась? Нет еще. Чумбо 5,2, 5,50, на 50 килограмм меньше. Так, Сарагоса 37 миль. Хорошо. У нас 95, да?
21.18, что-то 9 минут. Какого десантра? Окей. Кстати, я сейчас создавал файл. Как он? Создался. Значит, теоретически и это должен создаться. Теория. Low ground. Так, Джонни. Listen checklist. Listen check. View quantity. Minimum tons for the alternate is sufficient. Check. Approach briefing. Perform. Landing data. Set. Listen check completed.
4, 6, 400. Initiating descent. Full climb power. Climb power set.
Lima Echo, Mike Delta, airport information, Mike 2100, Zulu, weather, wind, calm, visibility, 8,000, sky condition, few clouds at 500, niner, 100, scattered, ceiling, 5,000, overcast, temperature, 10, dew point, niner, QNH, 1020, advise on initial contact, you have information, Mike, Lima Echo. Transition. Set. Approach check. Approach check. Navigation. Check. Approach check completed. Yes. Thank you. Have a nice landing. Captain. Heaven and Galley secure. Thank you. Yes, Captain. How can I help you? Heaven and Galley, take your seat, prepare for landing. Flap extend. Speed is checked. Slats are extended.
О, хрен, вырубился винаф у нас. А, типа вот this FMS. Нормально. FMS-ка подвисла. Ladies and gentlemen, we will be arriving at our destination shortly. If you are making a connection with another flight, please contact our customer service agent meeting this flight or watch the video monitors inside the terminal for connecting a gate information. For your continued flight safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We will collect any off-surface items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. You are also requested to turn off all electronic devices. Stow these devices with your hand luggage, please. Please be careful when you open the overhead bins, as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright positions. And check the security of your seat belts. We will be landing shortly. Thank you for your cooperation. О, заработала. Flaps 11. Speed is checked. Flaps 1-1 set. Jason. Так не работает. Значит, да, только так. Глюкнула капитановская. ФМС-ка.
Flaps 15. Flaps 15. Speed is checked. Gear down. Flaps 15 set. And gear is low. Gear is down. Стоит 32 правая, обе тормоза 9-1. Flaps 28. Speed is checked. 2500. Flaps 28 set. Localizer captured. Checked. $2,500. Light slope captured. Checked. Flaps 40. Speed is checked. Flaps 40 set. Final check. Final check. Gear. Down, 3 green. Down. Ignition. Alpha. Checked. Auto spoilers, auto brakes. Armed. Checked. Flaps and slats. 40 degrees land. Annunciator panel is checked. Landing clearance. Received. Check. Final check completed. Thank you. $500 above. Continue. Approaching minimums. Length.
minimums. 500. 400. 300. 1. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Disregard. Glide slope. 100. 40. 30. 20. 10. Spoilers deployed. Reverse. 4 reverse light. 80. 60. After landing check. After landing check. The landing check completed. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely. This will be your indication it is safe to move around the cabin, gather your belongings and disembark. We will like to thank you for flying with us today and we appreciate your business. We will hope to see you again on a future flight. Thank you and goodbye. Так, радар выключаем. Свет выключаем. А также... Стэндбай. Вакейтед Кило 5. Чё у меня включено по воде, даже его включал. Ну все, дальше как обговаривали, сейчас налево по Альфа, потом до Оттавы все. Дельта Индия, М348. Налево. Дамы и господа, мы совершили. Дамы и господа, говорит ваш капитан, мы совершили посадку в аэропорт Мадрид-Барахас. Пожалуйста, оставайтесь на местах до полной остановки. Спасибо. Так, значит, у меня FMS получается из строя вышел. Сейчас посмотрим. Кстати, я все уже механизацию повыбирал, ладно, надо было сразу врубать этот просмотр. Все время забываю, блин, просмотр посадки. Да, так, кстати, тайминг. Где-то минута 50, наверное, да? Надо было бы класснуть хронографом.
остаток по топливу 4. Мы еще не доехали, а расчетный у нас. Расчетный в Мадриде 4.2. Какая-то фигня, неправильно кто-то считает. Да, неоднозначно что-то подкрутили в новой версии Маддога. Я сейчас в тяжелом порту. Правда, никого здесь нет трафика, но все же у меня включено динамическое освещение в кабине с ПБР. Динамическое освещение снаружи. И тормозов, я хочу вам сказать. Это, конечно, заметно, что порт-то нелегкий. Давайте посмотрим, сколько ФПС. Вот, пожалуйста, 18-20 FPS. Но это не смертельно, хочу вам сказать. Я вот наблюдаю, например, знак, движется не рывками, а плавно, не знаю, как на спине, а 23. То есть, вполне себе летабельно. В этом плане они, конечно, подтянули собаки на молодцы. Что относительно такой... тяжелый самолет довольно не ресурсоемкий. Так, и главное не прозевать альфа. Поворот налево по альфа. Надо внимательно смотреть указатели. Альфа 19, альфа 18, прямо. Мы на альфа 18, альфа 17 мне надо поворачивать, блин. Альфа 14, поехали. Да, тоже серо, путь закрыт, там кирпич по схеме. Рулим по альфа, и сейчас на ОПУ поворачиваем направо. Вот здесь вот говорим. Да, вот нота L2, и мы на L2 выехали. Хорошо. Так, ну что ж, опять случился сегодня у нас легкий отказ. Вышел один из FMS, Flight Management System, из строя. Подвис, пришлось переключиться на оба от второго, POS-1-2, FMS. Но VNAV перестал работать, и NAV тоже. Пришлось крутить хедю.
это если коротко. Так, кстати, по тормозам, чего у нас там? Тормозам, в принципе, 200 нормально. В пределах нормы, но лучше тормоза использовать по минимуму. Бля, чё я так рано? Пожалуйста, сейчас по Дельта Индии до 248. О, 348 коррекшн. Поставили зачем-то мудокап. Так, established. Да. Паркинг чек. Паркинг чек. Done by. Parking check. Parking brakes. Cut. Cut. Flaps and slats. Retracted. APU external power. Established. Fuel levers. Off. You can release the parking brake. Anti-collision off. Hydraulic pumps off. Seatbelt switch. Off. Ice protection panel. Off. Transponder standby. Parking check completed. Standby. Okay, here comes pressure. Так, ну что ж. Блин, где они там ездят, эти дебилы? Сейчас через самолет поеду, чувствую. Ну да.
Ладно, не будем встретить на это угрёбище. Самолетом проехали, дебилы. Зачем, если они стояли с этой стороны? В принципе, на этом, блядь, еще и лестницу думаю, да? Все, в принципе, на этом можно заканчивать. Всем спасибо, что смотрите. Артем, Никита. Yes, Captain. How can I help you? Всем пока.